Оригинальный подход с классическими переливами. «Проливной дождь» не помешал феерично выступить Рязанскому губернаторскому симфоническому оркестру на концертной площадке «Гостиный двор» в Калуге. Такие гости у нас впервые, и это выступление – начало большого творческого сотрудничества калужского и рязанского регионов. Публика в пасмурный день услышала музыку советской эстрады, композиции таких популярных групп, как «Абба» и «Битлз». В невероятную атмосферу музыки без границ предлагаем окунуться вам прямо сейчас. Это не просто другой стиль, это другой драйв совершенно, совершенно другая энергетика. И просто эту музыку играешь с несколько другим интересом, нежели классическим. Сегодня я исполняю, так скажем, нашу классическую советскую эстраду, которую, ну, каждый человек любит, каждый понимает, каждый слушает ее. Они, конечно, уже петы много раз, и многими артистами, и я много раз их пел, но все равно они как-то вот, они рождаются каждый раз заново. Они рождаются, ты думаешь каждый раз, о чем ты поешь, и каждый раз ты это проживаешь. Это все равно каждый раз новое. Это начало большого проекта, сотрудничество вот в частности с Рязанским регионом, потому что вот сегодня здесь выступает Рязанский симфонический оркестр. В ближайших планах обменные, скажем так, гастроли и поездка наших коллективов в Рязанскую область. Более того, мы будем реализовывать проект, который получит название «Рязанские выходные в Калуге» и «Калужские выходные в Рязани».